У Миши много в произведениях о совести. Вот, кстати, сам... сказал неправду и покраснел. Это его строчка. Сказал неправду. Он ценит людей, краснеющих людей. Да, это правда. Краснеющих. Совесть. Он очень много о совести. Имей это же его фраза на путстве сыну. Имей совесть и делай, что хочешь. Видишь, вот в чем дело? Я тебе хочу сказать, как когда хочешь, имеешь так совесть, что ты уже делаешь то, да, что делаешь. Это правда. Я не хочу ставить под сомнение. Самые великие произведения Миши, их много, смешные, в этом достоинство. Да. Он природно был такой философ в иронии в своей. Он как черт видел то, что другие не видели. И основным полигоном для Мишиного юмора был он сам. Да, со всеми достоинствами и недостатками, вот, которые у него поэтому есть. Нечего придумывать ему какие-то крылья. Он был абсолютно нормальным, живым человеком, но он имел вот этот дар и талант в себе это находить, узнавать и смешно об этом говорить, высмеивать, да, себя. А поскольку мы все, некоторые по образу и подобию Божьему, то мы находим то, что он себя находит, и мы находим в его текстах это. Мы говорим, как будто про меня.